Посередине аята, если там идет удлинение, и там не будет волнистая черточка, удлиняется на два харакату всегда. Вот, на два. Ю-ти-ка. Вама. Всегда на два. А если там идет волнистая черточка, и после удлинения идет хамза, четыре или на пять. Илля-бати-го-а. А если там идет после удлинения, таштид, удвоение, и там волнистая, шесть. Только на шесть. Ва-ва-джа-да-ка бо-л-лан-фа-ха-да. Там, где идет тануин-фатха, ан-тануин, если остановку делаем, удлиняется на два. Юс-ро, только на два. Там, где идет удлинение, если остановку делаем с сукуном, как здесь, 2, 4 или на 6 удлиняем. Мамнун. Вот так. Там, где идет ва, я, буква я или вау с сукунами, и передняя буква с фатхой, и в конце останавливаемся с сукуном. Удлиняется я или вау. 2, 4 или на 6. Курайш. Вот так. Курайш. С уконом удлиняем я. И вау тоже так же. Хоуф. Это коротко про удлинение я.